Я вот провязала 18 столбиков с одним накидом. Теперь смотрите, оттягиваем наш невидимый столбик подъема. Вот наш столбик с одним накидом, вот его верхушка. Вот наш невидимый столбик подъема. Мы видим уплотнение. Мы вкалываемся в уплотнение и соединяемся соединительной петлей. Наш столбик ничем не отличается от обычных столбиков. Теперь из каждого столбика нам нужно связать основной узор. Вытягиваем рабочую нить на высоту столбика с одним накидом. Подводим крючок под петлю. Захватили рабочую нить, подвели под петлю, на крючке 2 петли. Провязали одну петлю, на крючке 2 петли, провязали 2 петли вместе. И в эту же точку вкалывания мы с вами провязываем второй столбик с одним накидом. Вот. Сделали, провязываем пышный. Следующий провязываем пышный столбик. Вводим крючок в верхушку следующего столбика с одним накидом. Захватываем нить, вытягиваем на высоту пышного столбика. Сделали накид. Вводим сюда же крючок. Захватили рабочую нить. На крючке 3 вытянутые петли и 1 петля воздушная. Сделали пышный столбик. 2 воздушные петли. И снова повторяем. В эту же точку вкалывания вводим крючок. Захватываем рабочую нить. Вывели на высоту пышного столбика. Сделали накид. И сюда же вводим крючок. Захватываем еще раз нить. На крючке 3 вытянутые петли. И 1 обычная воздушная. Провязали, закрепились. В следующую мы делаем 2 столбика с одним накидом в одну точку вкалывания. Один столбик, второй столбик. Следующее мы повторяем. Вводим крючок внутрь, вытянули на высоту пышного столбика, сделали накид, вводим крючок, захватываем нить, вытянули, на крючке 3 вытянутые петли, 1 воздушная. Провязали 2 воздушные петли. В эту же точку вкалывания повторяем снова. Вошли, захватили рабочую нить, сделали накид. Сюда же снова ввели крючок, вытянули нить и провязали пышный столбик. Закрепляем. Следующую столбик с одним накидом провязываем 2 столбика с одним накидом. Один и второй. Так мы чередуем наше вязание. 2 обычных столбика, 2 пышных столбика, 2 обычных столбика, 2 пышных столбика. Так мы провязываем этот ряд до конца.